Я заметил, что люди не умеют думать. По большому счету, основной проблема людей не потому, что жизнь сложная. Пожалуйста, внимание. Основной проблема людей не потому, что задачи, которые у них есть, нерешимы. Или проблемы, которые у них есть, они очень трудные. Проблема заключается не в самом проблеме. Проблема заключается в способности их мышления. То есть люди затрудняются думать. Им тяжело думать. Им трудно думать. То есть как находить пути решения. Им вот это тяжело.